Друзья, всем привет! Сейчас еще покажу одно приобретение. Всегда самая геморная работа – это зачистка шпаклевки. Хоть старта, хоть финиша. Все-таки решился я купить шлифовальную машину с подсветкой. Сейчас покажем, как она работает и как не работать. Или хорошо ли будет. Так что смотрите, будет интересно. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте классы. Мы начинаем. В комплекте к этой машине идет такой вот шланг и емкость для собирания пыли. Попробуем, как оно, да чё. Так-то дома включал, но ничего не работал. Ну, дует туда, воздух заходит, светит отлично. Сейчас все будем пробовать. Большой плюс в том, что вот какой кабель к ней идет. Длинный, не знаю, метра три, а то 4. Хорошо так, потому что если потолок тереть, то это вечно проблема и с проводом. Так, сейчас куда его вткнуть? Тут обогреватель. Выключено было. Мы уезжали на 3 дня. То, конечно, здесь прохладненько. Я и сейчас в курточке. Включили, пока он еще немножко нагреет. Это просил человека. Он включил заранее. Но все равно оно не нагрелось. Ну, а так все повысыхало. Шпаклевка вся высохла. Все отлично. Можно тереть. Сейчас вткну где-то и буду показывать. Сюда ставится наш дачный круг. Так и с отверстиями. Через те отверстия будет пыль туда. Засасывать пыль. И потом ее по шлангу и в мешочек. Мешочек вот у Сережки уже висит за плечами. Так, Сережка. Так, Миша, поехали. Так, свет надо включить. Вот, клацалка. Клац. А, я думал, что так нажимаешь. Не. А ну, тика сильно там не дави. Давай, пробуй. Зашлифовали потолок, это стартовый слой, шлифанули шлифмашиной. Он кроме этого пятнышка, потому что там мешки, некак поставить стол, и Владик не достал.
А так, в принципе, весь потолок он за полдня затер. Для сравнения, чтобы затереть такой потолок вручную, то два человека где-то день его тереть, и очень тяжело. Машинка упрощает задачу где-то в 4 раза. Ну, это хорошо. На этой неделе мало уделяли внимания именно нашей комнате, потому что нужно было в срочном порядке вылаживать быки. 5 штук быков. Вот мы, получается, приехали в прошлый четверг. И сегодня среда. Завтра 8-й день, как мы здесь. Ну вот за 8 дней, ну, если уже и завтрашний день считать, то мы, получается, уложили 10 тысяч кирпича, но 2 дня занимались здесь. То ж поклевали, финишем проходили, шлифовали, когда кирпича не было и был на улице мороз. То занимались немножко здесь. Ну а в общем, неделька, конечно, была плодотворная. 10 тысяч кирпича, это, конечно, серьезно. Это серьезное дело. Так, ладно, пойдем отдыхать. Завтра тоже в 7 часов в бой. Надо доделывать доделки. Все, пока-пока. We'll be right back.